Всем привет, друзья! Это Жора, и сегодня мы попробуем ему представить такую тренировку, которую мы делали до этого. Это кардио-тренировка, помните, да? Итак, сделано, теперь отдыхаю, пока пацаны будут бегать. О, блядь, это пиздец! Челночный бег, там приседания и так далее. Сейчас он это все выполнит, но он сделает в два раза больше. А почему в два раза больше? Потому что он спринтер, да, правильно? Или сплинтер, или как? Марафон. Марафончик, блин. Вот, короче, посмотрим, сделает или нет. Это будет своеобразный челлендж. Естественно, видео ускорим, чтобы это долго не было. Поехали. Так, смотри, короче, что тебе надо делать будет. Первое упражнение – это челночный бег. Ты отсюда начинаешь, бежишь на максимум, просто на всей скорости, вон до той перчатки, и возвращаешься обратно уже, ну, таким отдыхающим бегом. Так тебе надо будет 10 раз делать, 10 ходок. Потом, после этого, ты сразу же без передышки делаешь бёрпи 10 раз. Мы делали по 5, он будет все по 10 делать. 10 бёрпи. Потом, без передышки делаешь приседания с выпрыгом, делается оно вот так, тоже 10 раз. И потом, без передышки бежишь туда, и мы запрыгиваем на поверхность тоже 10 раз. Все понял? Погнали тогда. Че, готов? Да. Раз, два, три, погнал. Сразу же 10 бёрпи, да. Блин, ну он выносливый, очень дико вообще. Теперь приседания с выпрыгом сразу же. Оп, глубокий присед. Писец он терминатор просто. Теперь сразу же бежим туда, не останавливаясь. Ты хоть устал немножко, не? Сразу на большой вот. Да, да, да. Запрыгиваешь на полную. Угу. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Блин, просто монстр, дай пожму тебе руку. Просто красавчик. Уважение. Он просто гигант. Да. Поставьте ему лайк обязательно.